Костанайская команда «Топол» принимала гостей из города Ахтубе. До сегодняшней минуты счет серии был 1-1. Ну а сегодня Шаим Куанов, лидер команды, Максим Воейков, Павел Ильин и, конечно же, Антон Быков, который набрал сегодня больше всех очков в обеих командах. 24 Быкова. Именно эти лидеры команды, именно они сегодня сотворили прекрасный матч, сотворили праздник для болельщиков баскетбола города Костанай и баскетбола в целом. И, конечно, «Топол» сегодня побеждает. Ну и самые интересные моменты смотрим. Прекрасно, Валиев. Прекрасная передача Шейма Куанова. Валиев, Валиев точен. И смотрим Быков. Быков хорош. 24 очка в сегодняшней встрече. Его визави Антон Пономарев набрал всего 8 очков. И, конечно же, именно хорошие действия под кольцом Быкова в целом помогли команде выиграть. У «Топола», да, выделялись сегодня игроки. О них мы уже сказали, о лидерах. Скажем также о лидерах и команды «Ахтубе». Это, собственно говоря, Борис Насмутдинов. Это, конечно же, Павшев Александр, который сегодня терзал оборону у «Топола» своими трехочковыми бросками. Это Сергей Бармаденков, капитан. Ну и, конечно же, время от времени был заметен Борис Насмутдинов, Глеб Толкачев, Богдан Лощ. Но ключевой момент сегодняшнего матча был именно в конце третьей десятиминутки, когда «Топол» сделал камбэк. Отступать уже будет некуда, а для «Топол» будет рваться вперед для того, чтобы завершить эту серию, завоевать важнейшие медали для своей команды, для болельщиков, для всех любителей баскетбола Костанайской области и не только. Ну, а «Ахтубе» будет вынужден завтра, собственно говоря, возвращать серию, возвращаться в игру. И если «Топол» побеждает, завтра серия заканчивается. Если «Топол» завтра проигрывает, то нас ждет еще один матч. И уже он будет для «Топола» в гостях. Ну и вот он, Ильин. Павел, Павел Ильин, человек, который, собственно говоря, своими действиями набрал нужный...